Так, ну и последний штрих в нашем макияже – это помада. Сегодня я буду пользоваться помадой. По-моему, называется она клубничная глазурь. Ну вот, что мне в ней понравилось, это очень точное нанесение. По качеству эта помада, как помада Энергоблеск, которая была в золотистых упаковках. Видите, очень быстрое нанесение, очень точное нанесение. Но сейчас моя задача уложить волосы, и в принципе макияж готов, и я готова буду идти на работу. Всем до новых встреч! С вами была Наталья Невзорова. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете еще много интересного о косметике Oriflame.